Нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. A frightful night. Строительная бригада собралась возле здания старой фабрики. Итак, это наше новое здание. Как здесь жутко. Ладно, давайте приступим. Давайте. О, что это там? Что там, Поко? Похоже на шину. Не может быть. Я слышал историю о грузовике-призраке, и у него не хватает одной шины. Говорят, в этом здании была авария, и он каждую ночь приходит, чтобы найти свою шину. Да бросьте! Привидений не существует! Ладно. Что это было? Только не грузовик-призрак! Не может быть! Это просто слухи! Это грузовик-призрак? Привидение! Видели привидение? Да, оно громко кричало и кидалось коробками. И вы из-за этого поломались? Расскажите, пожалуйста, пожалуйста. Ребята, пошли. Не то опоздаете. Ладно. Но когда мы вернемся, вы нам расскажете. Хорошо. Призрак! Жуть какая! Да ничего не жуть, трусишка! Что? Вообще-то я не боюсь! Поехали на стройку, там увидим, кто сильней боится! Вот отлично, запросто! Тогда поедем туда, как стемнеет! Хорошо! Тут так страшно, но я... Как же жутко тут! Ну, я не могу проиграть, Тайо! Ну, пойдем? Да! Это Тайо и Роги! Пойду их напугаю! Ребят! Ребят! Правда? Да! Там было привидение! Эба вот наверняка не смогли убежать! Ужасно! Привет! Спиди! Это я вас ночью напугал. Простите. Что? Вы так быстро убежали, что я не успел вам сказать. Значит, вы убежали от Спиди, а не от привидения? Да вы трусишки! Что? Трусишки? Они над нами смеются. Эй, Роги! Давай сегодня опять поедем на стройку. Поехали! Докажем, какие мы смелые. Приехали! Простите. Вы эту кошку не видели? Кошку? По-моему, нет. Правда? Не волнуйся. Уверен, она найдется. Я тебе сообщу, если вдруг ее увижу. Большое спасибо. На этот раз мы это сделаем, Роги. Да, мы им всем еще покажем. Пойдем. Поехали. Мне страшно. Мне тоже. Ну, давай еще немного проедем. Давай. Не думай, что призрак еще здесь. Может быть, он сбежал, когда увидел нас? Может быть. Что это было? А вы что тут делали? Вам здесь ночью находиться небезопасно. П-
Простите! Опять этот звук! Да откуда он идет? Оттуда! Она похожа на Тити. Ох, Тити. Спасибо тебе, Тайо. Не за что. Кошка Тити вернулась к своей хозяйке. А про привидение мы никому не скажем. Строительная бригада собралась возле здания старой фабрики. Итак, это наше новое здание. Как здесь жутко. Почему это надо делать ночью? У нас нет выбора. Нельзя заниматься работами днем, когда дети учатся. Ладно, давайте приступим. Давайте. О, что это там? Что там, Поко? Похоже на шину. Не может быть. Что? Что такое? Ну, я слышал историю о грузовике-призраке, и у него не хватает одной шины. Грузовик-призрак? Да. Говорят, в этом здании была авария, и он каждую ночь приходит, чтобы найти свою шину. Что, если это и есть его шина, а? Да бросьте! Привидений не существует! Он прав. Да, лучше продолжим работать. Ладно. Что это было? Только не грузовик-призрак! Не может быть! Это просто слухи! Это грузовик-призрак! Привидение! Сюда! Ничего себе! Придется мне с вами повозиться. Я, конечно, сделаю, что смогу, но до завтра не управлюсь. Придется вам остаться здесь, пока я не закончу. Хорошо. Но что с вами произошло? Ты не поверишь, но мы ночью видели привидение. Что? Привидение? Привидение? Привет, ребята. Это правда? Вы видели привидение? Да, оно громко кричало и кидалось коробками. Мы так испугались. Призрак! Как страшно! И вы из-за этого поломались? Расскажите, пожалуйста! Ой, пожалуйста! Ребята, пошли! Не то опоздаете. Ладно. Но когда мы вернемся, вы нам расскажете. Хорошо! Призрак! Жуть какая! Да ничего не жуть! Трусишка. Что? Вообще-то я не боюсь. Ты сам только что сказал. А вот и нет. На что спорим, а? Спорим? Да. Поехали на стройку, там увидим, кто сильнее боится. Вот и отлично, запросто. Тогда поедем туда, как стемнеет. Хорошо. Надеюсь, с ними все будет в порядке. Тут так страшно, но я не могу показать свой страх Роги. Как же жутко тут. Но я не могу проиграть, Тайо. Ну, пойдем? Да. Это Тайо и Роги. Что они тут делают? Пойду их напугаю. Ребят! Ребят! Ну вот, убежали! Правда?
Да, там было привидение! Оно такое страшное! Хорошо еще, что мы смогли убежать! Вы бы вот наверняка не смогли убежать! Ужасно! Привет! Спиди! А ты чего приехал? Ну, я приехал извиниться. Это я вас ночью напугал. Простите. Что? Вы так быстро убежали, что я не успел вам сказать. Значит, вы убежали от Спиди, а не от привидения. Ой, да вы трусишки. Что? Трусишки? Пойдем, Галь, нам пора работать. Поехали. Увидимся. Они над нами смеются. Эй, Роги, давай сегодня опять поедем на стройку. Поехали! Докажем, какие мы смелые! Угу. Ну вот, теперь у вас полный порядок. Правда? Ага, можете теперь ехать обратно на стройку. На стройку? Но, Ханна, я себя плохо чувствую. Кажется, я все еще болен. По-моему, мы еще не готовы. Можно мы тут еще побудем? Ну, наверное, если вы так хотите. Спасибо, Ханна. Приключения Тайо. И вовсе я не трусишка. Я им докажу. Вот как поеду сегодня опять на стройку. Приехали. Простите. А? Вы эту кошку не видели? Кошку? По-моему, нет. Правда? А это твоя кошка? Да, ее зовут Тити. И она мой лучший друг. Но она недавно потерялась в парке неподалеку. О, как жаль! Не волнуйся, уверен, она найдется. Я тебе сообщу, если вдруг ее увижу. Большое спасибо. Давай! Просто как черепаха! Умеет же! А я думала, им не здоровится. Я тоже. Ой, спина. Кажется, мне плохо. Говорят, они не хотят возвращаться, потому что боятся привидений. Ну и трусишки. Кажется, они нас слышали. Пошли. Все над нами смеются. И мы не можем вечно откладывать работу. Но что, если призрак по-прежнему там? Да. На этот раз мы это сделаем, Роги. Да, мы им всем еще покажем. Пойдем. Поехали. Мне страшно. Мне тоже. Но давай еще немного проедем. Давай. Не думай, что призрак еще здесь. Может быть, он сбежал, когда увидел нас? Может быть. Что это было? Вернулся. А вы что тут делали? Вам здесь ночью находиться небезопасно. Простите. А что, вам уже лучше? Мы в полном порядке. Рад это слышать. Вообще-то, мы уже давно поправились. Мы просто боялись возвращаться. Правда? Да, правда. Но теперь с этим порядок. Мы же должны выполнять свою работу. Вы такие храбрые! Опять этот звук. Но откуда он идет? Мяу.
Оттуда? О! Да тут котятки! Что? Получается, это были... Просто котята? Но как же коробки? Да, котята не могли их уронить. А это, наверное... Их мама. Наверное, она пыталась защитить своих детишек. Значит, никакого призрака не было? Она похожа на... Тити. Ох, Тити. Где ты была? Я так волновалась. А у нас для тебя еще кое-что есть. Что же? А это... Это очаровательные котята Тити. Разве не милашки? Да. Спасибо тебе, Тайо. Не за что. Вообще-то это наши храбрые строители их обнаружили. Да? Ну, мы... Не то чтобы храбрые, но да, мы их нашли. Спасибо. Спасибо вам большое. Не за что. Пустяки. Кошка Тити вернулась к своей хозяйке. А про привидение мы никому не скажем. Озвучено компанией «Лайлок».